Ярко, весело и динамично прошел детский праздник в яслях саду номер 58. Учреждения дошкольного образования посещают 115 мальчишек и девчонок. Коллектив стремится максимально развивать воспитанников, делает все возможное, чтобы в саду им было интересно и весело. В этом году при поддержке городского бюджета и спонсоров в яслях саду номер 58 произошло существенное обновление. Окна, в детском саду двери, отремонтированы летние веранды. Все для наших детей, для полноценного их развития, для активного отдыха, чтобы было им тепло, уютно в нашем саду. В саду используются различные методики работы, в том числе реализуется проект по формированию интеллектуальных способностей воспитанников посредством развивающих игр. Руководствуясь современными технологиями педагога-новатора Вячеслава Воскобовича, воспитатели развивают сенсорное восприятие, память, внимание, воображение, мыслительные и творческие способности детей. Ребята учатся мыслить, одновременно раскрепощая свое воображение, осваивают сложные математические операции, развивают логику, пространственное мышление и мелкую моторику. Игру можно пополнять новыми элементами, которые охотно берутся делать своими руками родители. У творческого коллектива много планов, а главное, есть вдохновение для их реализации.